Привет, меня зовут Мария Докучаева. Я пришла сюда первый раз на интенсив по рисунку к Азату Нургалиеву. Мне очень понравилось, и после этого я пришла на курс «Рисунок ПРО» в мастерскую, также к Азату. Я закончила Академию Штиглица, кафедру художественного текстиля. Я профессиональный художник, но мне хотелось подтянуть свои навыки именно в академическом рисунке. Я пошла преподавать туда же, в Академию Штиглица, меня позвали. И я заметила, что у меня есть какие-то, возможно, пробелы или упущения. Ну, мне хотелось подтянуть свой уровень. Ну, я бы не сказала, что для меня были какие-то задания сложными. Я для себя открыла рисунок немножко с другой стороны. Когда ты учишься на профессионального художника, у тебя есть конкретный дедлайн, и ты должен выполнить много-много работ. А здесь у нас получился немножко другой формат обучения. Нас никуда не подгоняли. Мы могли рисовать именно в наслаждение, в удовольствие и подробно-подробно изучать все детали, которые нас интересуют. Но я не могу выделить какую-то одну конкретную, самую-самую любимую постановку или задание, но я для себя точно отметила, что в скиллзапе всегда классные модели, и их действительно хочется рисовать. Вот прям до бесконечности. Я здесь уже второй год в качестве студента, но для меня нету каких-то негативных моментов. Я сюда прихожу, безусловно, подтянуть какие-то свои навыки и знания. И помимо этого я здесь обрела друзей, обрела классную компанию. Мне сюда действительно хочется приходить после работы, когда я устала, когда мои силы на исходе. Но здесь мне становится душевно хорошо и тепло. Это самое главное. Я надеюсь, что мы дальше такой же компанией дружной будем продолжать нашу учебу. Помимо академического рисунка, такого классического на бумаге и карандашом, я для себя открыла мир цифрового рисунка и живописи. Как раз-таки сейчас мои основные планы и задачи связаны именно с этим. Я перешла на рисование в цифре, и для меня этот формат до сих пор новый. Мне бы хотелось углубить свои знания именно в этом направлении. Ну, на самом деле, однозначно хочу сказать, что стоит идти. Я про SkillsUp знаю давно, и давно слежу за его историей, за его развитием. И вот как-то все не могла решиться. Но когда решилась, поняла, что действительно здесь очень классно, здесь у тебя появляется вдохновение и желание как-то трудиться, как-то развиваться, потому что ты оказываешься в большой компании единомышленников, которые растут вместе с тобой. И это тебя стимулирует еще больше. То есть действительно ты уходишь такой заряженный, полный энергией после занятий. Поэтому обязательно надо сюда приходить.